Родители и дети Твери выбрали победителей конкурса «Наш любимый врач». В течение месяца жители областной столицы оставляли в интернете отзывы и рассказывали о том, как им помог любимый доктор. Выбирали в двух номинациях – «Лучший педиатр» и «Врач-специалист». Генеральным партнером выступила федеральная аптечная сеть «Алоэ». С теми, кого пациенты назвали любимым врачом, пообщалась наш корреспондент. Более 1800 голосов и 600 положительных отзывов оставили жители Твери, а также истории выздоровления маленьких пациентов. Одним из самых любимых докторов оказалась Тамара Рассказова. За нее проголосовало более 200 человек. Ну, практически четверть века года на этой профессии. Мои дети, мои пациенты, они самые яркие, они неподкупные. И очень интересно смотреть, как они взрослеют. Улыбку малыши дарят Виктории Громовой. Всего один год. Девушка недавно окончила университет и сейчас работает участковым врачом-педиатром. Виктория говорит, что быть доктором – это не просто профессия, а призвание. И свое она нашла еще в детстве. Очень к этому стремилась. Вот. И когда пришло время поступать в медицинский университет, долго думала, стать взрослым врачом или детским. Но, конечно, дети – это совсем другое. Очень приятно с ними всегда общаться. Они всегда искренние, улыбчивые, никогда не скрывают своих эмоций. Поэтому, когда поступила на педиатрию, была очень-очень рада. Организаторы отмечают, оцениваются непрофессиональные качества докторов. Победитель получает статус самого любимого врача. Генеральным партнером конкурса выступила федеральная аптечная сеть «Алоэ». Аптечная сеть «Алоэ» всегда принимает участие в социальных проектах. Для нас важно поддерживать не только врачей, но и пациентов. Поэтому мы стараемся удерживать низкий уровень цен, договариваемся с производителем, предоставляем пенсионную скидку для того, чтобы у всех слоев населения была возможность защитить свое здоровье в эти нелегкие для нас всех времена. В аптечной сети «Алоэ» можно найти любой нужный товар, оформить заказ онлайн и забрать в одной из ближайших аптек. Недавно компания запустила сервис по срочной доставке лекарств. Кстати, в этот день награды получали не только врачи, но и маленькие пациенты. Дети, чьи родители загрузили на платформу рисунки, приняли участие в конкурсе творческих работ. И похоже, главное, что оценивали люди, это отзывчивость их докторов и умение выслушать пациента.